Всем привет! Я бы хотел, чтобы сейчас вы все представили такую ситуацию. Вы можете работать из любой точки мира. Офисы по всему миру. В каждом офисе баристы, массажисты, шеф-повара. Вы можете выбирать проект, над которым работать. И более того, вы можете выбирать сроки на этот проект. А самое лучшее, ваш доход, ваша зарплата – $500,000 в год. Кто бы хотел такую работу? На прошлой неделе я ушел со своей работы мечты. И сегодня я бы хотел поделиться и рассказать причины этого, потому что я очень часто слышу непонимание, даже со стороны самых ближайших людей. Все началось с того, что 2,5 года назад обо мне напечатали статью, и ко мне пришли около 300 человек с вопросами. Вопросы были понятны мне, но их было так много, что я не мог ответить сразу на все, и я завел Инстаграм. Инстаграм, где я собирался делиться какими-то инсайтами, отвечать на вопросы регулярно. И очень скоро мне пришло понимание, что дело не в самих навыках, не в самих знаниях, которые у меня спрашивают, а дело в том, что у людей не хватает навыков добывать эти знания, навыков таких как дисциплина, уверенность в себе. И после этого я начал делать челленджи. Челленджи, которые выходили раза 3 в неделю. Их делало 500 человек каждую неделю. Выходил пост, познакомьтесь с соседом, с которым вы живете 10 лет и еще ни разу не заговорили, например. Или сделайте спонтанное добро, или какую-нибудь вылазку в горы незапланированную. Каждый этот челлендж на самом деле имел под собой какой-то навык, который я хотел передать. Навык, например, задавать вопросы, он напрочь отсутствовал у очень многих людей. И в этот момент я понял, что навыки, которые я даю, в принципе, они должны были быть даны людям в детстве. Дисциплина, уверенность в себе человек может получить еще в детстве от родителей. Второе, что я понял, что из 500, 400 человек – это были женщины возраста 25-35 лет. Я не мог понять, почему женщины 25-35 лет делают странные челленджи от непонятного чувака в Инстаграме. Начали разбираться. Опросы. Оказалось, что в основном это мамы. И встал вопрос – почему? Оказалось, что когда ты становишься мамой, у тебя есть примерно два варианта. Первый вариант – продолжать работать, как работала. Ну, будь добра, у тебя тот же график, та же компенсация, те же метрики, по которым надо соответствовать. У тебя нет никаких поблажек. Либо ты сидишь дома, хочешь вырастить здоровых детей, самостоятельных, обучающих. И сидишь дома, и в итоге приходишь к тому, что как же мне расти? Доходит до того, что они приходят в Инстаграм и делают непонятные челленджи. Да? Это и есть жажда роста. Да? Весь проект называл Growth Hungry – это жажда роста. Я видел эту жажду роста, и мы начали думать, как же мы можем помочь удовлетворить эту жажду. В итоге, после месяца разговора со многими моими друзьями, мы поняли, что нам нужен проект для мам. Навыки, которые мы хотели передать, на самом деле нужны были их детям. Но когда мы подумали, что если мы привезем хоть на 30 дней самых лучших спикеров со всего мира, они будут прокачивать этих деток 30 дней, дети после этого вернутся домой, мама даст им подзатыльник, я лучше знаю, не умничай. Ты вообще кто? Я старше. Он вернется, этот ребенок вернется в старую знакомую среду, и все, чему он обучался, всему, все, что мы хотели ему передать, в принципе, будет потеряно через неделю-две. В итоге пришла идея, что если мы поработаем с мамой, если мы дадим маме понимание того, что
родительство должно быть осознанным, что если твой сын или дочь сытая, довольная, одетая, то это еще не все. Что родительство – это действительно работа. Когда ты интересуешься мнением ребенка, когда ты воспринимаешь его как личность и так далее. В итоге мы придумали проект, пришла такая идея, что мы дадим некое изменение родителям, которые будут всю жизнь, все детство питать ребенка. И сработает в этом случае накопительный эффект. Если мама будет чуть-чуть больше любить ребенка, чуть-чуть больше давать ему уверенность, чуть-чуть больше поддержки, но каждый день, всю его жизнь мы получим совершенно другого ребенка. Про накопительный эффект я немножко остановлюсь, потому что в нашей системе образования финансовая грамотность, она, ее нет. И я работал 7 лет на Уолл-стрит. Мы строили системы, которые обрабатывают миллиарды сделок в день. Каждое изменение, которое мы сделаем, оно автоматически умножается на миллиард. То есть моя профдеформация в том, что я фокусируюсь на маленьких вещах, которые дают наибольший результат. Я нахожу самые маленькие вещи, самые эффективные вещи, которые принесут какой-то доход. Для компании это были финансы. В образовании, понятное дело, что возврат инвестиций – это не финансовый. Но мы, как мы видели, если мы дадим немножко, изменим маму, и она будет каждый день его питать, мы видим, что тот же накопительный эффект случится. Это очевидно. Его просто нельзя измерить так же, как финансы. В финансах нам легко. Мы говорим, вот $1000, 8% в год, сколько будет за любой срок, вы можете до копейки посчитать, сколько будет там денег. В образовании это не так. Но это не значит, что магия сложного процента не работает. Эйнштейн говорил, что сложный процент – это восьмое чудо света. Мало кто здесь действительно понимает, что это такое. Я проводил очень много менторских сессий со взрослыми людьми, где они могут посчитать примерный порядок суммы, которая будет через год, через два, через пять лет, да, под проценты, когда вложите какую-то сумму. Но когда горизонт заходит до 30 лет, 40 лет, они ошибаются в 2 и в 4 раза. То есть их понимание абсолютно вот осознанно считать умеют, но почему-то случается какая-то магия, случается что-то, что выстреливает эта сумма в стратосферу, и они не могут логически объяснить, что происходит. Поэтому это называется магией. Когда родилась эта идея, я поговорил с 7 друзьями. 5 из них выделили сразу же по $2000. Я вложил $10000. И в этот год, в 2021 году, мы провели проект, где поучаствовало 660 мам со всей страны. В этом году в проекте уже участвовало около 2000 мам. В итоге мы получаем, что в принципе на одну маму у нас уходит $10. Проект стоит 20 тысяч, мам 2000. Грубая математика говорит о том, что где-то примерно за $10 мы можем изменить жизнь ребенка. И ни одного. Почему? Потому что в проекте участвуют мамы и учительницы. Проект состоит из нескольких этапов. Но самый важный первый этап, где мамы учатся разговаривать с ребенком, учатся принимать его как личность. Они понимают, вся суть — дать маленькую идею того, что родительство должно быть осознанно. Все. Дальше мама уже сама найдет книгу, пойдет на нужный семинар, подключится к какую-то программу. Наша задача — дать эту идею. Чтобы эту идею, чтобы вот эти 2000 мам участвовали, мы придумали второй этап, где мы вывозим за свой счет на 5 дней
50 мам со всех регионов Кыргызстана и прокачиваем в течение 5 дней лучшими менторами, которых мы можем найти. Есть ментор, который с Нью-Йорка за свой счет прилетает на 5 дней, абсолютно не связанный с Кыргызстаном, он прилетает на 5 дней только ради этого проекта и возвращается обратно. Я хочу рассказать пару историй от наших участниц, которые меня тронули до глубины души. После 5 дней мощного, интенсивного такого тренинга, где они варятся в безопасной среде, где они раскрываются, мамы говорят: «Я первый раз в жизни уехала куда-то без детей». Мамы говорят: «Я первый раз в жизни на Иссык-Куле», особенно с южных регионов. Какие-то мамы говорят: «Я танцевала в первый раз за последние 20 лет». Когда я слышу это, я понимаю, что здесь очень-очень много работы. Но самый сильный пример, который я услышал, это было от мамы, которая сказала: «За 5 дней самое главное, что я поняла, что я тоже человек». До этого все, что она делала, было для детей, для мужа. Она не заботилась о себе. Но этим самопожертвованием кого она вырастет? Ее дочь вырастет с пониманием, что она будет в семье прислугой. Ее сын вырастет с пониманием, что моя жена будет за меня все делать. Пытаясь дать им лучшее, она не нарушает этот порочный круг. Еще... Спасибо. Еще один пример учительницы, которая говорила, что я кричу на своих учеников, они не слушаются, они не делают то, что я хочу. В итоге после нашего лагеря она приехала и говорит: «Боже мой, мои ученики начали любить мой предмет. Оказывается, все, что мне надо было, интересоваться их мнением. Не говорить, что делать, а спрашивать их. Не указывать, а относиться к ним как к друзьям, как к личностям». Представьте, что это одна учительница, и через нее пройдет 1000 учеников за многие годы. А теперь представьте, что таких учительниц будет десятки тысяч по всей стране. Мы получим другое поколение. И вот, заряженный, я вижу, что мы приносим пользу. Я прилетаю ради этого проекта со Штатов. 24 часа перелета. И думаю, что сейчас нам пора сделать этот проект финансово устойчивым. Проект сделать финансово устойчивым, в принципе, $10 на маму. Каждый человек, с кем я разговаривал, говорил, что это очень-очень нужный проект для нашей страны. И мы запустили акцию благотворительную, где каждый мог поучаствовать, любую сумму скинуть. Пока рано хлопать. В марте этого года мы запустили акцию на месяц, и через месяц я позвонил менеджеру и спросил, сколько мы собрали. Как вы думаете, сколько? 2 миллиона? Мы собрали $72 за месяц на проект, который каждый мой друг, каждый человек, с кем я разговаривал, сказал, что это один из самых нужных проектов страны. В этот момент я хотел плакать. Действительно, когда ты получаешь поддержку, а действий нет, ты думаешь, правда ли это? А нужен ли этот проект вообще? После некоторых размышлений я понял, что мы не привыкли, мы не делаем, мы не знаем, как вкладывать в созидательные проекты. Когда у нас происходит кризис, война, эпидемия, что угодно, пожар, вся страна сплочится, все помогут. Неважно, какая сумма, все, кто может, поможет. Это наша страна, это наша ментальность, я этим горжусь.
Про созидательные проекты у нас их практически нет. Я начал думать, почему. Потому что мы в большинстве своем не представляем эту страну через 20 лет. Практически с каждым, с кем я говорю, он думает уехать. Он думает, что в Америке его жизнь будет лучше. И вот мы все ищем какое-то место под солнцем. Место, где нам будет хорошо. И я такое место нашел. Мне было хорошо, мне было тепло под этим солнцем. Но знаете, что я понял? Гораздо интереснее и нужнее создавать это место. Да, было нелегко покинуть это место. Но я вижу, что это очень нужно. Я сделал этот выбор, и беру ответственность на себя. Я предлагаю каждому здесь задуматься над таким же выбором. Взять ответственность на себя и начать создавать свое место под солнцем здесь и сейчас. Спасибо.